Привет! Здорово! Вдох глубокий, ноги шире, и сидите 3-4, не играйте в крестики и нолики. Посмотрите вы на Дани, не лежит он на диване, и не тапки на ногах, а ролики. Посмотрите вы на Дани, не лежит он на диване, и не тапки на ногах, а ролики. Если вы совсем устали, позвоните Диме Дани, не страшны ему ни Арктика с Антарктикой. Он на Альпы вас отправит, спустит с гор, попарит в бане и убьет ту скуку этой тактикой. Он на Альпы вас отправит, спустит с гор, попарит в бане и убьет ту скуку этой тактикой. Разговаривать не надо, позвоните лучше Дане, пожелайте счастья и здоровья. Чтобы он всегда горел бы, никогда бы не болел бы, вечеринки делал бы задорные. Чтобы он всегда горел бы, никогда бы не болел бы, вечеринки делал бы задорные. Вот не знают наши власти, как нам мира добиваться, как убрать нам беды и инфляцию. Нужно с Дани созвониться и на роллах прокатиться, и тогда мы победим стагнацию. Нужно с Дани созвониться и на роллах прокатиться, и тогда мы победим стагнацию. Милый Дани, дорогой, оставайся вот такой, молодой, красивый и задорный весь. Каждый день рождайся снова, будь любим любого снова, за тебя буду пьем и вот эту смесь. Наши самые сердечные поздравления с днем рождения всего-всего самого-самого наилучшего. И главное, здоровья и любви. Будь здоров!